По традиции, символ будущего года установили сегодня в центре Чебоксар. Огромная трехметровая мышь заняла свое место на пьедестале. Мастера трудились над покровительницей 2020-го три недели. Она сделана из папье-маше. Вот уже более 10 лет художник Александр Жигарев создает символы года по восточному календарю. Дело с настроением, чтобы людям главное понравилось. Вступает год, год крысы, она хозяйка как бы вот этого положения, она королева. Вот. И мы ее как естественно поставили корону. А коробка в лапах – символ материального благополучия в наступающем году. Зверек понравился горожанам, так что на память традиционная фотография. Для поддержания новогоднего настроения, духа в городе. Нравится, почему? Идешь и любуешься. Если все же строго придерживаться восточных образов, то наступающий 2020 год – это год белой металлической крысы. По китайской мифологии это мудрое животное. Зверек вынослив, осторожен и непредсказуем, говорят нумерологи. Комбинация двух одинаковых цифр предвещает эпохальные события. Татьяна Трофимова, Алексей Зотиков, Андрей Спиридонов, Республика.